Теракт у Мінському метро наслідки не лише для злочинців, а й для всього суспільства. Про це сьогодні відзеркалення. У нас у гостях Олексій Самойлов, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Міжнародного Слов'янського університету. Вітаю вас і Марія Ясиновська, президент Харківської обласної фундації Громадська Альтернатива. Вітаю вас. Отже, 11 квітня це таке число цього року, якесь дуже трагічно, бо 11... Березня були пам'ятаєте у Японії події дуже масштабні. Зараз 11 квітня. Теракт у столиці Білорусі маємо те, що 12 людей загинули. Майже 200 поранених внаслідок вибуху у мінському метро на центральній станції, буквально навпроти резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенка. Що ви бачите в цьому теракті? Які ваші версії особисто з огляду на те, що ви переглянули які матеріали у ЗМІ і які висновки зробили? Ну, якщо продовжувати аналогію, на чистую вам, Олександр, 11 сентября, 10 років назад, був ще більш страшний теракт. Хоча будь-який теракт страшний. 11, ну, это еще до ритм. Да, штаба. совершенно верно. Америка, в Америке. А... Но я хотел бы прежде всего выразить глубочайшее соболезнование всем белорусским, всему белорусскому народу, людям простым, которые пострадали и просто пережили. Потому что это страшно, когда гибнут люди вот по таким причинам. Смерть всегда страшна. А тем более у нас там друзья, а тем более у нас там близкие люди нам. Мы с ними созванивались, общались. Тяжело. В Беларуси таких вещей практически не было, хотя три, три теракта были, но они не были такими масштабными и обошлось без жертв. Что касается э, самого термина теракт, я бы тут э, не торопился давать ему такую оценку, это мы в быту привыкли называть любые действия насильственные, имеющие такой резонансный характер, терактом. Вот так официально признали следственную Да, белорусские признали. Я бы все-таки не торопился давать им оценку теракта, потому что здесь пока много неясностей. Терроризм сам по себе это идеология, это политика идеология. Применение насильственных средств, резонансных приемов и методов с целью достижения каких-то политических целей. Вот о политических целях мы с вами пока ничего не услышали. Что вы вот увидели вот в том, что произошло и в той информации, которая появилась вокруг этого? Ну, я могу только присоединиться к словам Алексея и сказать, что более того, не только политических целей, но вообще никаких других, каких бы то ни было целей этого действия заявлено не было. И несмотря на то, что есть ряд людей, которые уже конкретно обвиняются в совершении этого преступления, которые да, количество их явно становится больше буквально с каждым часом и каждым днем, несмотря на то, что не сознались во всевозможных преступлениях, которые были плюс-минус аналогичного характера совершены на территории Республики Беларусь за последние несколько лет. Опять же, мотивы совершения и за этих сутки преступлений. Это после совершения ну, теракта. Да, безусловно, то есть что тоже достаточно интересно. Но я хотела сказать о другом, что в, в любом случае мотивы этих людей они абсолютно неочевидны. И причины, почему они так поступили, то есть всяческие заявления о том, что там люди просто там любят кровь, взрывы и так далее и тому подобное. Ну, может быть, все, все что угодно в этой жизни, но в таком случае это не теракт, это совсем другое действие. И, соответственно, ни одна группа лиц, каких-то организаций не выдвинула никакие требования, не взяла на себя ответственность за все, что произошло. Поэтому я бы тоже не называла бы то, что произошло терактом, хотя, безусловно, это очень большая человеческая трагедия, причем не только для Беларуси, но и, я думаю, что для всех нас, для всех окружающих стран в том числе, потому что резонанс этой трагедии ощущаем, в общем-то, мы все, и я думаю, что еще будем ощущать в будущем. Ну, Білоруська генпрокуратура вже показала журналістам запис з камер спостереження. Прошу зараз показати на екранах мінського метро. На відео чоловік заходить на станцію з сумкою, залишає її під лавкою, чекає трохи, потім натискає на кнопку на пульт дистанційного керування. І за словами слідчих, у них немає сумнівів, затриманий підозрюваний і є виконавець теракту 11 квітня, тим більше, що він сам взяв на себе відповідальність за цей теракт за два попередніх, і крім нього затримані ще четверо людей, яких вважають його поплічниками. Ну, Вибух програмів о 6 вечора у годину пік, коли... Багато людей скупчення. От ви казали, що теракт це можливо і не можна тут застосовувати, але була саме мета під час скупчення великого скупчення людей вчинити такі дії. І йдеться про кількох затриманих. Один з яких, до речі, от кажуть багато років тому знайшов рецепти бомби в інтернеті, вже не вперше виготовляв ці бомби, і був військовим в тому числі. Про что це все может свидетельствовать, як вы считаете? Ну, в том, в том количестве или в том объеме информации, которым мы с вами владеем, естественно, сделать какие-то однозначные выводы невозможно. Первое, что... Его даже ганнибалом-лектором вызвали, ну, что он вот, схожий на то, что... Журналисты который... народ образованный. Вот, быстрый на язык, молодцы, правильно там подбирают эпитеты, хотя в общем-то не до смеха. Можно рассуждать только о версиях и попытаться воспроизвести какие-то аналогии с предыдущими событиями, как на территории Беларуси, либо на территории других близлежащих государств, в первую очередь России, вот и построить версии, дать им веса, весовые характеристики какая из них наиболее вероятна. И все. Это будет корректно. Все остальное, утверждения какие-либо здесь некорректно совершенно. Потому что информации не владеем мы, э, только из средств массовой информации. Э, прокуратура и следственные органы Белоруссии тоже не очень много дают. Э, все, что мы видели... Вот, мы это все знаем. Э, хотя вот настораживает, например, вот произошла такая, либо это утечка, либо это целенаправленный в разговор о том, что очень неожиданный вид э, взрывчатки был применен, нетипичный. Ну, нетипичный для Беларуси. Там два раза, три раза уже взрывали в 2005 2008 году. Вот, э, наверное, эксперты установили, какие виды взрывчатых веществ применялись. Здесь вдруг было такое заявление. Нетипично, но вроде да. бы он по рецепту из интернета это все ну, сделал. Ну, э, вот вы сами сразу же увидели и акцентировали внимание на первом э, несоответствии. Потом, давайте так говорить, если это все-таки целенаправленные действия, они могут быть не обязательно террористический характер носить, они могут носить обыкновенный криминальный характер, хулиганские, бандитские побуждения какие-то. Это может быть месть, это может быть психическое расстройство. Вот. Но это не теракт, это всего лишь хулиганские действия, повлекшие такие страшные последствия за собой. Вот. Несоответствие бросается это в глаза. Это убийство людей. Да, это убийство людей. Но оно не обязательно террористическое может быть. Вот. Несоответствие следующее. Очень быстро поймали. Ну, давайте рассуждать, опять же, как и прошлую передачу, чисто математически ситуацию рассматривать. В Беларуси не было, и она не имеет большого опыта, слава богу, борьбы с терроризмом в таком проявлении. Израиль, США, Соединенные Штаты, Россия с этим сталкиваются гораздо чаще, как ни прискорбно. И, естественно, там существуют специальные подразделения, специальные Группы лиц и спецслужб, которые, ну, как говорят, заточены на это. То есть у них существуют методики, базы данных, у них существуют определенные, они проводят регулярно оперативные мероприятия. Вот, естественно, э -э так быстро в стране относительно спокойной поймать людей, совершивших, как утверждается, террористический акт, ну, в общем-то... Пересмотреть данные с множества камер, найти именно соответствующего конкретному вопрос. человеку. И ни в коем случае не сомневаемся в профессионализме. Причем даже не на этой станции, а на другой. Да, в профессионализме ребят, служащих в КГБ Беларуси, все-таки традиции советские там сильны, а это дорогого стоит. Вот. Но так быстро поймать, значит, это не были террористы, наверное. Не смогли спрятаться, потому что террористы, как правило, готовят долго, они обучены или обучаются, во всяком случае, мы помним с вами по 11 сентября, сколько э, месяцев, сколько потратили на подготовку пилотов, э, на подготовку самого этого теракта с участием самолета. Вот. Возраст. Ребята молодые. Указывают, что все они все до 30 лет. Но, как их назвал Лукашенко, токари слесари. Токари электрики. Токари -электрики. Меня тоже это очень сильно смущает. Токари электрики, не интересующиеся э, химией, не имеющие серьезной подготовки э, образовательной. Э, изготовили уникальную взрывчатку, это же слова я повторяю, характеристику уникальности взрывчатки из государственных средств информации белорусских. Вот тоже сомнения, несоответствие определенное. Вот поэтому версии могут быть, я могу их даже озвучить, но я думаю, что все-таки это не теракт. А если так усиленно власти э, Беларуси э, этот вопрос э, муссируют в политическом плане, ну, значит, есть такой термин. Хотят оседлать ситуацию. Ну, Мария, а какова ситуация сейчас в Беларуси? Вы недавно оттуда как раз вернулись. Ну, я бы перед тем, как говорить о ситуации в Беларуси, все-таки хотела бы еще немного добавить к тому, что сказал Алексей. Во-первых, по поводу самого вот этого факта взрыва в метро. То есть вы еще учтите, что в, в Минске метро — это фактически только две ветки. Там есть только одна пересадочная станция. Как раз именно на ней... Да. Именно в час пик это все произошло. То есть, можно явно говорить о том, что одной из целей было чтобы, было, чтобы в результате этого взрыва пострадало как можно больше людей. Это, по-моему, очевидно. Да, Дальше. Очевидно. То место, где это произошло, ну, видеокамера там просто, наверное, на каждом сантиметре, потому что там не только резиденция президента, там и здание КГБ, и многие другие правительства. Кроме как говорят, именно место самого взрыва. Но ну, место в самом взрыве, извините, оно на платформе метро находится. А в, в общем-то камеры видеонаблюдения, они есть и в метро, и на поверхности тоже там буквально на каждом шагу. То есть то, что, безусловно, оперативная съемка всего этого процесса была, и что все это было зафиксировано, я в этом абсолютно не сомневаюсь, что в принципе идентифицировать человека, может быть, даже было возможно. Насчет того, что так быстро, тоже полностью с вами соглашусь. Опять же, вы не забывайте то, что человек не просто был моментально задержан, он еще моментально осознался во всех трех преступлениях. При этом, когда были взрывы в Витебске, ему, если я не ошибаюсь, было лет 19. То есть, соответственно, если он уже на тот момент интересовался интернетом, интересовался взрывчаткой, то есть это был достаточно уже продвинутый молодой человек, что тоже вызывает достаточно много сомнений, что он уже в этом возрасте мог, значит, вот делать подобные вещи. Дальше. После этого он благополучно отслужил в белорусской армии. После этого он, значит, как опять же по официальной версии, что он еще больше продвинулся в своих изысканиях в области взрывчатых веществ. И был осуществлен взрыв им в 2008 году на стадионе во время празднования Дня независимости. Опять же, а перед после этим еще в этого... Витебске же был. Да, но ну вот я имею в виду, что да, сначала вот, Витебск, вот эти в вот Витебске, вот тогда Минск. ему было 19 лет, потом, значит, День независимости. Смотрите, после того, как был взрыв на День независимости, был принят закон, по которому все военнообязанные граждане Беларуси, а это практически все население Республики Беларусь, они в обязательном порядке должны проходить дактилоскопию. Должны были взять отпечатки пальцев. Да. Этот человек каким-то гениальнейшим образом ухитрился избежать этой процедуры, при том, что он еще и отслужил в армии, то есть он автоматически попадал в число тех, кто, ну, само собой разумеющиеся, что должны были э, пройти эту процедуру в первых рядах. То есть это означает, что все-таки он предпринимал какие-то усилия для того, чтобы скрыться, если согласиться с этой э, версией, которая, в общем-то, представляется сейчас. Соответственно, я, ну, мне сложно поверить, что человек, вот, совершив такой же массовый теракт, он не предпринял никаких э, мер для того, чтобы его не нашли и вообще совершил столько глупостей, что был найден буквально на второй день и опять же сразу же во всем сознался, понимая, какие могут быть в этом последствия. И даже если он получил я удовольствие, я от догадываюсь, того, что каким он наблюдал образом страдания людей, то остальные четверо, что тоже вот братья по интересам или что как. Мне очень сложно комментировать этот вопрос. Могу только сказать, что э, можно очень хорошо представить после каких действий человек. Э, сознается во всем, в том числе там, в убийстве президента Кеннеди и прочих всех мировых преступлениях, которые были за всю историю человечества. То есть, да, есть методы достаточно как бы эффективные, в кавычках, после которых любой человек сознается во всем чем угодно. Я не хочу ничего утверждать, но, в принципе, то, как все это быстро разворачивалось, и такая тоже вероятность есть. Могу сказать, что та версия, которая представлена белорусскими властями, лично меня не убеждает. И опять же, абсолютно нет оппозиционной информации, потому что буквально на следующий день, ну вот в качестве примера, одна из, одной из оппозиционных СМИ «Наша Нива, туда пришли сотрудники КГБ с обыском. Потом у них была беседа с главным редактором, который после этой беседы дал подписку о неразглашении информации о содержании беседы. В результате обыска они прямо так и сказали о том, что их интересуют видеоматериалы, связанные с событием 11 числа. Они изъяли все эти видеоматериалы, более того потребовали всю информацию брать с сайта издания. Соответственно, альтернативная информация, альтернативные версии практически не освещают.